Лёш, как тебе кажется, такое же кольцо? Особенные дети проживают те же кризисы, что и обычные ребята. И эти специалисты знают, как им помочь. Психологи комплексного центра БИСКО делают все возможное, чтобы их подопечные чувствовали себя комфортно при любых обстоятельствах. Важно, чтобы маме тоже было хорошо, потому что когда родители узнают о каком-либо дефекте своего особенного ребенка, или вообще, когда родители попадают в эту ситуацию, узнавая о том, что у ребенка будет статус инвалидности, у них наступает, естественно, дезадаптация. Они не понимают, что делать, и что вообще происходит в их жизни, и у них у самих, естественно, стрессовое состояние. Поэтому задача психолога прежде всего нормализовать родителя, привести в порядок маму, ближайших родственников, окружение. Обращения в центр бывают разными, от обычного подросткового кризиса до коррекции проблемного поведения. И в любой из этих ситуаций психологи помогают, направляют на нужный путь. У нас сколиоз третьей степени, и нам прописали корсет носить, это целые сутки. И вот представьте, нужно было смириться с этим и чисто психологически подготовить себя к этому, чтобы недуг впоследствии... Ну, вот это 4-5 лет, чтобы он прошел, и было комфортно. Центр очень это способствует, поддерживает психологически. Она стала более веселая, она с этим смирилась и даже, в принципе, ведет блог по этому поводу, даже подсказывает другим детям, как с этим все справиться. Благодаря программе «Доступная среда» в отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями здоровья появилось много интерактивного оборудования. Например, ящик «Фросия». Включает в себя набор пространственного мышления. Собственно, вот здесь у нас цвета, формы изучают дети, представлены на столе. Также у нас там есть музыкальные инструменты, это тоже очень музыкотерапия, так скажем, расслабляет детей. Также представлена математика и геометрия в одном из ящиков. И последний – это логопедическая форма. Ну, это больше для логопедов, но мы тоже иногда используем. В процессе такой игры у детей и подростков происходит психологическая коррекция, а еще включается фантазия. Кроме того, в этом отделении ребят учат ориентироваться в пространстве с помощью балансиров Бильгоу. Работа на балансире Бильгоу позволяет нам улучшить мелкую моторику, крупную моторику, также координацию в пространстве, нахождение ребенка в пространстве. А также аффективно-личностная сфера улучшается, это память, внимание, мышление и так далее. Еще в центре проводятся занятия релакса. Можно прийти, сесть в кресло-качалку и послушать приятную расслабляющую музыку. После такой процедуры дети и подростки уходят отдохнувшими. Алена Кисеева, Андрей Сигаев, «Будни».